На Северном Кавказе, в Чечено-Ингушетии, в котловине лежит озеро Казяной-Ам. Это защищенное горами от ветров место облюбовали для тренировок мастера академической гребли, кандидаты в олимпийскую команду. Молодежь полна решимости продолжать эстафету побед своих опытных наставников, чемпиона Олимпиады в Мюнхене Юрия Малышева, тренера парной двойки, неоднократного чемпиона страны Вячеслава Рожкова, который готовит к Олимпиаде четверку парную с загребными. Талантливому спортсмену Майстренко доверено быть загребным недавно сформированной восьмерки. В ходе тренировок решается сложная задача не только технической, но и психологической совместимости самого большого экипажа гребцов. Обязательная и важная часть тренировочного процесса – набор упражнений с отягощениями. Ведь для достижения успеха в гребном спорте в первую очередь необходимы сила и выносливость. Гребцы недаром говорят, чемпионов из нас делают километры и часы, день за днем, движение за движением. Так приходит слаженность, уверенность в своих силах, так приходит мастерство. Счастливых вам стартов, олимпийцы!